Пианист Александр Яковлев выступил на сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии. На сцене Владикавказской филармонии он уже второй раз. В Санкт-Петербурге его называют пианистом тысячи и одного стиля. Во Владикавказ он приехал в рамках фестиваля Мариинского театра «Римский-Корсаков 175». Пианист с Республиканским симфоническим оркестром исполнили легендарные произведения российского композитора, в том числе симфоническую сюиту «Шахерезада». Музыкант поблагодарил публику за теплый прием. Прекрасно выступается, прекрасно дышится, удивительный воздух. А публики, у меня просто такое количество восхищения. То есть я даже немножко промолчу про публику, просто нет слов. Всегда очень внимательно, очень тихо. Люди потом подходят после концерта и задают очень интересные, глубокие вопросы по поводу прослушанного. То есть высокообразованная, удивительная публика.